И далее ситуация вокруг марганцевого завода. Все, что происходит на строительной площадке будущего предприятия, вы видите в нижнем правом углу экрана. Я напомню, что 2 недели назад жители Красноярска собрались на общественные слушания. Было много эмоций. В результате красноярцы проголосовали против. У людей была возможность пообщаться с владельцами завода и обдумать предложения московских бизнесменов. Ваше мнение ждем на номер 9020 с пометкой ТВК, пробел и далее текст. И мы снова возвращаемся к теме строительства завода ферросплавов в Красноярске. По данным застройщика компании «Чексу», их проект получил одобрение международных экспертов. Экологи из здания обследовали подобное производство в Новокузнецке и дали добро. Мнение горожан мы продолжаем принимать на наш смс-сервис номер 9020 с пометкой ТВК, пробел и далее текст.